Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Mazda CX-30. На видео автомобиль в комплектации Supreme с бензиновым двигателем объемом 2 литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля черный металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски окрашены в темно-серый цвет. Диски литые 18-дюймовые, с шинами размерности 215 на 55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. На крышке багажника установлен спойлер черного цвета. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки двери окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован вставками под алюминий и под рояльный лак. Рулевое колесо многофункциональное, с кожной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье также оснащено электрегулировкой поясничного подпора. Слева от руля расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине панели приборов расположен многофункциональный дисплей размерностью 7 дюймов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов, левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с функцией противотуманных фар. Фары оснащены омывателем. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 180 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом находится блок электрических регулировок боковых зеркал.
Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка включения парктроников. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка отключения системы старт-стоп. Слева на руле находятся кнопки, которые отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на дисплей панели приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, а также можно дублировать спидометр в цифровом виде. Кнопки регулировки яркости панели приборов. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлектор системы вентиляции расположен сверху передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным дисплеем размерностью 8,8 дюйма. Управление осуществляется с помощью многофункционального командера. Мультимедиа поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает функцию hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддержит Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. В составе акустической системы 8 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Дополнительно на дисплей можно вывести данные маршрутного компьютера автомобиля. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Произнесите команду. Что там было, то ли семерка, то ли что? В общем, на ВАЗе, да, семерки. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка Sync синхронизирует обе зоны климат-контроля. Кнопка выбора направления обдува. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопка включения электрообогрева руля. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой.
На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке находится отчетчик. Также на потолке находится кнопка системы AeroGLONASS. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположен USB-разъем и розетка на 12 вольт. Подлокотник регулируется по вылету. В основании центральной консоли расположен USB-разъем и подстаканники. Бардачок с подсветкой, отделан пластиком. Слева от руля расположен небольшой бардачок. Кнопка включения спортивного режима движения автомобиля. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сиденья. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 295 литров. Слева в багажнике предусмотрена подсветка. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки сиденья необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сиденья образуется небольшая ступенька. При сложных сиденьях объем багажника составляет 1406 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Крючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 51 литр. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией.
Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объем 2 литра с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Mazda CX-30 в комплектации Supreme с бензиновым двигателем объемом 2 литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 2 182 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Mazda Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!